Здравствуйте, дорогие друзья! Мы получили посылку сегодня с Машей от наших друзей Павла, Ольги и Юли из Самары. Они приезжали в прошлом году, мы встречались, общались. Они были нашими подписчиками, они остаются, а стали нашими друзьями. И вот от них мы получили сегодня посылку, которую мы хотим распечатать. И вот это вот такое сюрпризное настроение, чтобы передалось и вам. Начали? С нами сегодня вот эта мышка милая, которую Маша сегодня сделала своими руками. Да, на площадке. Она будет тоже здесь с нами участвовать. Итак, я уже открыл крышку верхнюю. И теперь смотрим. Так. По самарским чудесам. Книга. Авторы Ерофеев, Захарченко, Невский и Чубачкин. Книга о Самаре. Чтоб мы лучше знали об этом городе. Очень интересно. Дальше смотрим. Так, это у нас футболка. Футболка. Команда губернатора. У тебя уже есть такая. На спине, шапка. Кстати. А здесь вот. Да. Ладно. Очень хорошо. Ну-ка, примерь, пожалуйста. Пусть все знают, что мы из команды Вениамина Ивановича Кондратьева. Магнит. С картой? Да, карта, вот очертания границы Самарской области, герб. И основные города. Самара, Кинель, Новокуйбышевск, Борская, Нефтегорск, Чапаевск, Жигулевск, Тольятти, Шентала, Сызрань, Большая Глушица и Большая Черниговка. Самарская губерния. Это еще с подставкой. Да, еще и с подставкой. Так как Самара — это родина жигулевского пива, вот как раз и открывашечка. А тут нужная вот вещь. О, как сверкает ключик-то. Так, держи. Как Буратино. А черный пакет. Что там? Что за в черном пакете? Не знаю. Пиво. Так, а в черном пакете? Пенал. Да, какой-то пенал. Сумочка. Ну, это в дороге сюда можно складывать все, что хочешь. Как говорил Винни-Пух, как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой. Клади в него что захочешь. Держи. Ага, и вот, ну, вот это вообще. Это я уже чувствую, что что-то особенное. Это Валентин Катай. Ах, Валентин Катаев, алмазный мой венец. Это что, его книга? А также трамвай забвения и святой колодец. И вступительные слова Дмитрия Быкова. Масса фотографий.
это настоящее подарочное издание для любителей произведений Валентина Катаева. Замечательно, 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 замечательно. Очень хорошее издание. Держу. Дожди. Да. Дорогие наши самаряне, Павел, Ольга и Юля, спасибо вам за эти замечательные подарки. Очень было вообще неожиданно получить эту посылку. Хотя, как говорится, трек отслеживался, и почта сразу сообщила, что из Самары, из точки А в точку Б вышла посылка. Жалко, что в этом году, как вы написали, не сможете приехать в Анапу, но я думаю, может быть, на следующий год эта поездка состоится. Вы очень нам запомнились, когда здесь были, и для зрителей моего канала я еще скажу, что Павел очень веселый человек, замечательно комментирует мои записи в живом журнале. И кто хочет с ними ознакомиться, может зайти и почитать. Всего вам доброго. До свидания. Приезжайте. Да. Приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик. День рождения. И я. И я. И а того же мнения.